Политехническом музее создана оригинальная электронно-механическая установка для воспроизведения старинных музыкальных перфолент, дающая возможность услышать подлинные старинные записи музыкальных произведений. Установка на базе автоматического пианино 20-х годов прошлого века использует оптико-электронный преобразователь, который видит отверстие на ленте, определяет, какие ноты должны звучать в данный момент, и направляет эту информацию в компьютер. Лента записи музыкального произведения вставляется в лентопротяжный механизм. Исполнитель с помощью педалей приводит в действие воздушные мехи, и пневматический двигатель начинает перематывать ленту с катушки на катушку. Перфолента проходит между двумя линейками преобразователя. На одной из них расположено 65 инфракрасных светодиодов, просвечивающих ленту, на другой 65 фотодиодов. В тот момент, когда отверстие проходит перед фотодиодом, он генерирует сигнал, соответствующий данной ноте. Сигнал поступает в компьютер, где специальная программа обрабатывает полученную информацию и передает на усилитель музыкальные звуки нужной высоты и тембральной окраски. На экране компьютера можно наблюдать изображение движущейся ленты с отметками нот в виде отдельных полосок. В собрании Политехнического музея находится большое количество музыкальных перфолент, относящихся к началу прошлого века, которые можно воспроизвести на этой установке и сохранить в цифровом виде.